чем не заманили, заманили пряником. В Усолье Строгановское, как пчелы на мед, слетелись любители традиционного народного русского угощения. Очень хочется, чтобы этот фестиваль стал у нас здесь традиционным. Такой сладкий, такой мягкий, такой добрый, такой чудесный. Со всего Пермского края съехались в Усолье Строгановское гости и участники гастрофестиваля «День пряника». Людмила Иконникова из Пожвы принимает участие уже второй раз. Мастер пряничных дел привезла с собой наборы пряников-сувениров, знаменитые даты пожвинской истории, и провела пряничный мастер-класс «Пожва – родина первых пароходов». Желающие могли расписать сахарной глазурью пряники в форме якорей. Наши пряники сейчас известны, ну, наверное, по всей России, потому что мы участвуем в таком конкурсе, как туристический сувенир, всероссийский конкурс, и два раза в этом конкурсе выиграли. Наши пряники в форме щуки и другой рыбы бывают, потому что Пожва – это еще и пространство, где множество водных объектов. И у нас, конечно же, и судак, и щука водятся в больших количествах. Свои народные пряничные традиции существуют и в Усолье. Сладкий секрет местных пряников раскрыла художник и мастер пряничных дел Наталья Чизганова. Форму для натальиных пряников со сливовой начинкой изготовил мастер на заказ по эскизу художницы. В пряники я добавляю, значит, муку высшего сорта, кукурузную муку, какао, специи разные, корица, имбирь. Могу кисточкой, могу мастихином расписывать, могу из кулечка расписывать. То есть тут тоже фантазирую. Разные техники, разные методы применяю. Если в Пожве и Усолье возродили свои пряничные рецепты, то в Соликамске их буквально создали заново. Со своими пряниками и со своим самоваром приехала на усольский фестиваль Мария Мамаева, представляющая собственную пряничную мастерскую и Соликамский краеведческий музей. Пока ты не знаешь пропорций, да, ничего не получится. Здесь, на самом деле, для того, чтобы получить вот такой румяный пряник, желтенький, не такой, как у всех, солнечный и очень вкусно пахнущий, здесь нужны действительно хорошие, качественные специи. В любом прянике традиционный есть набор. Это куркума, это мускатный орех, это кардамон, может присутствовать гвоздика или корица. Мы не добавляем корицу и гвоздику, мы добавляем настоящую индийскую куркуму. Поэтому она дает вот такое вот солнце. Кроме сладкого угощения, гостей фестиваля развлекали играми и выступлениями народных коллективов, чтобы гастрофестиваль превратился в настоящее народное гуляние, которыми так славилось Усолье. Гости из Кунгура остались очень довольны. На День пряника нас пригласили показывать наши игры, которые мы сегодня с собой привезли, и проведем игровую программу детскую. Все очень радуются, все затягиваются в игру с первых секунд. В Усолье получается замечательный день пряника, все очень нравится. Сладко и весело было всем. Валерия Галакова, Татьяна Фельбер, Никита Игнатьев, наши новости.